Снова здравствуйте. Айзек, Реберс и так далее. О, боже, минус 10, серьезно? Я и забыл об этом. Окей, кто у нас там остался? Лазарь. Все никак с Лазарем не справимся. Остался только Лэмп с Лазарем. Speed up. Окей, мне пофиг. Curse of the Blind. Мне тоже пофиг. Все пойдет. HP upgrade. Прекрасно. Кстати, значит, пришел мне все-таки ответ насчет этого авторского права. Естественно, они отказали. Просто потому, что это рецензия-то отрицательная, вот, и... Да, их это не устраивает, очевидно, и они не собираются позволять мне монетизировать видео. Ну, фиг ли, окей. Я все равно буду делать ролики по кино, даже если... Даже если там, мало ли, деньги не покатят. Ну, ладно, окей. Если вдруг хорошо про кино пойдет, если как-то, может, канал поднимет, я, конечно, сильно сомневаюсь, но хотелось бы. Потому что я хочу это делать. Вот. Может тогда, не знаю, запилить страницу на Патреоне или еще чего. Кто знает. Так. Я не знаю, что это. Серьезно? Окей. Хорошее начало. Мне нравится. Так. Бывших не бывает. Упс. Шутка. Бывает. Хорошее начало за Лазаря. Да за кого угодно это хорошее начало, на самом деле. У нас есть шанс. Да, теперь Лазарь действительно Айзек. У него статы точно такие же, и пилюля... Ну, сейчас у нас скорость повыше из-за пилюли, вот и все. А так мы, в общем-то, Айзек, действительно. Ну и жизнь-то... Серьезно? Откуда такое... Так, не потеряй. Откуда такое везение? Пс. Сразу HP апгрейд, why not? Как бы нет смысла ждать или еще что. Да, привет. Так что да, я буду продолжать делать по кино. Авторские права. Буду пытаться как-то что-то с видео делать, чтобы его не засекал YouTube. Вот. Так. На свои попы, что прости. Умный, что ли, преподаватель по истории? Так. Вот, и... Да. Не нравится им то, что я так плохо о фильме отозвался. Ну, ладно, их проблемы. Проблемы на самом деле мои, но вы понимаете, о чем я. Даже я с этого ролика ни хрена не получу. Ну, черт с ним. Все равно это что, доллар? Я за это когда-нибудь получу за этот ролик. Хрен с ним. Проскочил, вау. От этого я не ожидал. Кстати, да, к Айзеку сейчас, ну не в данный момент. В данный момент там все дизайн. Но к Айзеку будет дополнение после этого. В 2015, короче, где-то в начале 2015, по идее. Я не знаю, что это, так что... Little... А, я знал, что это, естественно. Я только что со Стивеном сражался. Ну ладно. Рольнуть, кстати, можно, но... Тол Стивен, окей, вполне. Так, теперь нам нельзя получать урон. Что? И я рад, что это бейсмент. Это намного вероятнее, что у меня это получится. Тем более, Литл Стивен поможет чуть-чуть. Он не так уж и плох. Но он вообще неплох. Нормальный фамильяр. Фак! Я просто в его выстрел зашел. Окей, не... Не лажай. Хотя это уже лажа. Делает антиграф слезы с Бримстоном. Да, я видел. У меня они были. Curse Room. А у меня HP мало. Тогда было. Да, сделки с дьяволом вряд ли. Вряд ли будет сделка с дьяволом. Шанс теперь меньше. В Curse Room я не пойду, у меня HP мало, реально. Я могу, конечно, взять и умереть, как бы, и быть сильнее из-за этого, но... Нет. Не очень хорошее место, если честно.
Я на самом деле не надеюсь на сделку с дьяволом. Может быть, я реролю, если он дропнет этот предмет. То ли он мистер Бум дропает, то ли мистер Мега, я не помню. Мистер Бум, если не ошибаюсь. А, он дропнул просто бомбы. Хрен с ним. Жадина, говядина. Соленый огурец, и что там было, я не помню. Минимаш, скорость плюс рейндж. И... Либра, you feel balanced. Ну, теперь все наши статы, в общем-то, должны быть одинаковыми. Это не показывается здесь, но вообще теперь наши все статы одинаковые. На один уровень выходят. Да, кстати, что еще я узнал сегодня? Это то, что предмет Ceremonial Robes дает один, плюс один к дамагу, когда переходишь на следующий этаж. И так и остается. Это очень-очень хорошо. Откуда у меня столько бомб? А, да, точно. У меня столько бомб из-за того, что я Либр поднял. Он дает по 6 консюмаглов, точно. My bad. Да, он дает ключи, бомбы и деньги. По 6 все. Плюс еще все статы уравнивает. Почему мне вспомнил словосочетание «великий уравнитель»? Откуда это вообще? Может быть, что-то из головы странное, может. Великий уравнитель, what the fuck? Я не знаю, откуда это взялось. На самом деле, эти консюмы очень-очень хорошо. А, давайте проверим магазин, why not? Ключей полно, деньги есть. Я хочу Nance Habit. Я прям хочу Nance Habit. Ева вообще классный персонаж, на самом деле. А я найду деньги для Nance Habit, по-любому. Окей. Okay. Если что, взорву донат-машину все-таки. Потому что давно уже пора победить лазерем этого Лэмба. Сколько можно уже. Эпик Витус есть. Его нужно открыть. Челлендж нужно пройти. Точнее, да, Эпик Витус, все верно. И он даже лучше стал, чем раньше. Окей. Давайте... Да, все-таки пойду возьму этот хитрый прием. Если вдруг мы сделку с Диамом получим, я возьму достаточное количество денег из машины доната. Один цент, ну ладно. Пойду в Curse Room. Хотя, пойду я в Curse Room или не пойду? Вот вопрос. Знаете, я куплю HP, why not? Раз, два. Да, я пойду в Curse Room. Что за карта? Death. Тем самым я получу рерол. Конечно, будет рисковно. Будет рискованно, конечно, но я думаю, я смогу пройти босса, не получив дамаг. Спокойно. Да. Окей, теперь у нас есть рерол. Если что, если у нас вдруг появится сделка с дьяволом, либо просто предмет, да, будет, который я смогу реролнуть. О, очень странно играть лазером с D6. Ну, в общем-то, одно и то же, на самом деле. Просто я такого не планировал. Ты обычно Вайзекин чё... О, боже, два монстра. Знаете, Дес вполне. Конечно, не особо много это сделал, на самом деле. Но пойдет. Я хочу убить сначала одного, чтобы поменьше было. А, нормально. Сундук забыл. Я реально забыл сундук взорвать. Я наркоман. О, еще один HP up. И HP плюс damage up. Я реально его не взорвал. Пойду и взорву. Это было странно. Я не знаю, я... такой ощущение... Почему-то я подумал, что это пустой этот... как называется? Пустой постамент. Не знаю, с чего вдруг. Ох, я правда ступил. Знаете, оно того стоило. Более чем. Два никеля. Теперь достаточно денег для следующего магазина. Да, церемониальные робы теперь... не теперь, это всегда. Это оказывается damage up. Это реально классно. Этот предмет стал еще более крутым. Зомби не самурай. Ладно, окей.
и HP up. HP у нас хватает определенно. Жаль, что я потерял эту сделку с дьяволом. Ну, моя вина. Ох, катакомбы. Curse of the Maze не такая проблема на самом деле. Боюсь, что я и здесь сделку не получу. Тем более, учитывая вот эту комнату. Фак. Please, no. No. No touching. Stranger danger. No. Stranger danger. Окей. Okay. Главное не тупите, чтобы меня эта муха не... Окей, все нормально. Так, full HP сразу использую, мне пофиг. Так, эта комната может быть плохой. Хотя у нас... Хотя я не знаю даже, какая у нас сейчас скорость, раз все уравнивалось. Я не знаю, под что она уравнивает. Под самый топовый стат или под самый маленький, под что она? Не знаю. Это у черного босса Стивен или какая-то пасхалка типа Гиша. Да, так и есть. Это у Эдмонда есть игра Time Fuck. Ну, то бишь там переставленные буквы в слове Fuck. Вот. Хорошая такая головоломка. Basement Collection есть, если что. Можешь спокойно на Newgrounds поиграть бесплатно. Эх, опять. Проблема здесь в их рандомности, черт побери. Знаете что? Держите бомбу. Это задело двоих, ладно. Я вполне окей с этим. А, этот с пауками. Я подумал, что это один из тех зеленых. Хотя это было глупо. Они выглядят по-разному. Мне нужно синее сердечко. Всего одно. Желательно больше. Но... Так. Нет, плиз. Только не гурглинги. Знаете что? Окей, от одного избавились. Я доволен, честно. Я даже не жалею эту бомбу. Фак! Ну не стреляй в них, когда они на тебя бегут. Ну все, прощай, сделка с дьяволом, скорее всего. Ну, может, не прощай, но шанс, опять же, как я сказал, меньше. Окей, но все-таки у нас есть D6, так что... Тебе не надоело, кстати, к нашему модератору приставать, Селин? Так. Теперь я могу спокойно пойти в Кёрсу, например, в общем-то. Еп. Седонион, да, хороший, это большой тирзап. Нани соре! Нани соре! А, нет, мне надо перестать так делать. Я пытался. Фенни пэк. Фенни пэк is okay, на самом деле. Фак. Батарея нам нужна. Определенно. 2 цента, хрен с ними. Окей, если повезет, мы на этом этаже все-таки получим еще рерол. Потому что у нас все-таки есть... этот, как называется... Nance Habit. Окей. Оп. Я пройдусь еще по этому этажу и... Попробую получить рерол. Конечно, теперь сильно понерфили D6, ну ладно. Все равно получим, я думаю. В отличие от сделки с дьяволом, да? Фак. Шанс есть. Где-то, не знаю, в прошлой игре это было бы где-то, ну сколько? 35%, что-то такое. Может, даже больше, если не ошибаюсь. Я уже не помню, серьезно. Эти проценты... Окей, все комнаты пустые. А, это Curse of the Maze. Фак. Знаешь что, муха? Мне надоело. Окей. Наконец-то. А, пофиг, сколько угодно урона. Уже на этом этаже не имеет значения. Не считая в самом сражении с боссом. Вау.
Тератома. Вай. Мне еще челленджи надо будет проходить. Черт. Окей, рерол мы получим. Могу поискать секретную комнату. Она может быть здесь. А может и не быть здесь. Хрен с ней. С секретной комнатой. Curse of the Maze, телепортируй меня побыстрее, пожалуйста. Пип. Пип это может... Это неприятно. Я могу против него получить урон. Это не трудно. Уф. Да, привет. Ну, когда начнется фигня с глазами... вот тут уж берегись. Это даже не трудный босс, но иногда ты против него просто получаешь урон. Рано или поздно. Но пока что мне везет. Fuck you, Pip. Окей, я молодец. И... Я думаю, я заслужил, пацаны. Еще один тирзап. Why not? Но теперь нам нужно что-то, кроме тирзапов. Окей. Старый картридж. Это картридж, шанс использовать это эффект геймкида на комнате. Да, и мы не теряем наши реролы, потому что мы заряжаем батарейкой. Я опять играю лазером и опять пытаюсь пройти... Как его зовут-то, блин? Опять пытаюсь пройти Лэмбо. Потому что мы в прошлый раз до Лэмбо дошли почти. Но не смогли, к сожалению. Так эти ребята. Мне нравится наш тирзап. Приятно. Точнее, наш Rate of Fire. Так. Я боялся, что это будут те пауки, которые по 3 стреляют. Я их терпеть не могу. О, везение. Вау. Извиняюсь, сопение. Так, у нас есть ключи, прекрасно. Нет. Мистер Исек, я, кстати, узнал, что делает. Он увеличивает... Он рандомно увеличивает дропы определенных предметов на этаже. Если не ошибаюсь. Да, технология первая, why not? В прошлый раз у нас тоже технология была, и меня это немножко пугает. Это прекрасный предмет, но... Мне стрёмно. Как же мне нравится, блин, этот... Заряжать наш D6 больше, чем на один заряд. Это реально приятно. Приз. Литл Стивен. Спасибо. Воу, красота. Опс, это было близко. Воу. Окей, плиз. Санкью. Окей. Мне интересно эта пилюля. Спидап. Знаете, я не против. Я реально не против. Здесь босс. Сразу к боссу пойдем, в общем-то. Хотя, нет. Давайте попробуем зарядить наш D6 на еще один заряд, чтобы у нас было два рерола. Это чертовски классно. Само ощущение, что ты, блин, можешь спокойно зарядить D6 два раза и, блин, реролить, например, в сделке с дьяволом два раза, да, если там предмет, который мне нравится. Это шикарно, реально шикарно. Еще у меня больше нет синих светличек. Это проблема. Ну, окей. Хотя можно было в эту комнату не идти, я бы и так зарядил. Из-за самого босса. Гурди! Окей, это может быть проблема, если честно. Не думаю, что будет, но может быть. Если я буду продолжать делать вот так, все будет хорошо. Так. Чем лазером... Выберемся. Чего? Ну, не знаю, мне нравится. Тем более, Бримстоун, зашибись.
Окей, все хорошо. Сделка, сделка. Yes. Так, damage up, speed up. Сейчас будет Крэмпус. Sacrificial Dagger и Book of Belial. Ни то, ни другое. Sacrificial Dagger классная вещь, но она... Я не буду брать. Окей. Мне нужен полет. Мне реально нужен полет. Столько урона нам спасет. Фак. Вау, ничего себе, мы часто можем стрелять. Мне реально нужен полет. Фак. Наберем HP. Наберем. Я знаю, что это очень сильный предмет и все такое, но реально, мне он не нужен. Чтобы делать им урон... Counterfeit Penny нормально. Чтобы делать им урон, нужно приближаться к врагам. А я не хочу приближаться к врагам, так как урона у меня не особо. Ну, теперь у нас много урона, но... Я бы не стал брать Sacrificial Dagger, скорее всего. Хоть он и хороший. Так, вспомнишь солнце, вот лучик. Да. Так, идем в магазин. Уж один цент мы найдем. Красота. Теперь нам срочно нужны HP. У нас все хорошо с уроном. Скорострельность шикарная. Но нам нужны HP, чтобы выжить. Посмотрим насчет этого. Мы даже не такие уж сильные, просто дело в том, что заряжаем очень быстро. Окей. Бибрями. Мне ничего из этого не нужно. Лучше подоначу. Что делает этот тринкет? Counterfeit Penny. Это шанс, когда ты поднимаешь монетку. Это. Она стоит вдвойне. Не знаю, работает ли это с никелями и даймами, честно говоря. Приз. Последний ключ отдаю. Не хочу. Окей. Ха! Нам нужно HP. Фак. Это может быть проблемой. Я хочу поднять этот Абадон. Абадон бы нам помог. О, Депс. Не проблема. Это не Некрополис. Реально, заряжаем чертовски быстро. Но урона не так уж и много. Вот в чем проблема. О, нет, только не Энви. Терпеть не могу. Точнее, более того, супер Энви. Но с Бримстоуном не так уж и страшно. Так, сначала уничтожить мелких. А то они будут мешаться. Окей, прекрасно. Тактика. Тактика, пацаны. Было близко. Вау! Цент! Цент за это! Как скажешь, игра. Как же все-таки удобно с такими комнатами справляться, когда у тебя есть Бримстоун. Намного, намного проще. Тинтотроки. Где тинтотроки? Приз. Ни одного. Как скажешь, игра. Judgment. Посмотрим насчет этого. Тут у нас не так уж много скорости, на самом деле. У нас 15 центов, поэтому насчет джаджмента я подожду. Окей, всегда страшно. Нет, не хочу. У меня даже бомбы нет, чтобы взорвать, к сожалению. Не должно быть трудно. По крайней мере, это кажется. Да, урон у нас не очень. Хоть и Бримстоун. Окей. А, золотые ключи. Только не прыг... Вот этого я и боялся. Ненавижу. Они такие засранцы, серьезно.
Так, тинты-тройки, срочно. Пойду-ка я к тому джаджменту, денег у нас теперь полно. Может, чего и будет. Да, Curse of the Maze. Либо он здесь и был, what the fuck. Наверное, как раз из-за того, что тогда я телепортировался, я думал, что он где-то в другом месте. HP, why not? Мог бы, конечно, реролльнуть, не знаю, просто потому что, но зачем? Это HP. Я говорил, что нам нужно HP, я возьму HP. Денег полно. Я бы не отказался от бомб. Спасибо. Мам-парфьюм. Пугающие выстрелы. Честно, не особо. Я бы взял в другой ситуации, нам нужно что-то другое. Серьезно? Мам-сайшедоу. Чоколад милк. Если не ошибаюсь, он бримстон хуже делает. Так что нет. Как же приятно два раза реролить, вы себе не представляете. Так. Приз. Я не думаю, что этот забег выигран. С таким HP я далеко не уйду. Понимаешь? Я думаю, что там гри... О, окей. О, шикарно. Еще и 9 вольт. D6 будет перезаряжаться быстрее. Еще тут батарейка. И синее сердечко. Синее сердечко я куплю. И батарейку потом тоже после рерола. Хотя я могу сразу купить, в общем-то. Да, сразу заряжает. Мне нравится. Мне это очень нравится. О, фак. Я хочу для сделки с дьяволом оставить. С дьяволом оставить. Спайдербайт. Это окей. Он замедляет врагов. Белый лазер. Ну как белый, он бледно-розовый какой-то. Странно выглядит. Рерола, к сожалению, не будет. Ну ладно. Там одна комната, но я не думаю, что нам что-то даст. Могу, конечно, себя поповреждать, но... Не думаю, что есть смысл. Если был бы Bloodbank, я бы стал. Но я не вижу нигде Bloodbank. Возможно, Bloodbank там внизу, но... Не думаю. У Гиша, кстати, до хрена HP. Так что мы очень даже неплохо дамажим. Я не думаю, что это забег в игре. Гиш будет замедлять врагов. Тоже при... Где моя сделка с дьяволом? Плиз. Окей. Пока все довольно неплохо. Но нам срочно нужно HP. Цвет клубничного йогурта. Кстати, да. 25 минут? Серьезно? Мы уже так долго? Хотя у нас босс-раш, в общем-то, пройден. Я бы хотел халявный предмет с босс-раша. Точнее, два предмета. Safety cap. Знаете, возьму safety cap, наверное. Хотя в то же время... Сейфти как пойдет. Больше пилюль. Вау. Вот это везение. Вау. Вот это не везение. Странно, деньги он не притягивает. Ну ладно. Пины. Несколько штук. Ноп. Когда их много, это реально проблема. Тем более, когда я их замедляю. Потому что я не понимаю теперь, как они работают. Все испорчено. Пин. Спасибо. Бомба. Керструм потом. Оп. Ненавижу. Реально, они начинают двигаться еще до того, как лазер исчез. Это жутко. Это просто жутко. Надеюсь, Эдмонд это пофиксит. Да, привет. Так. Аркада. Можно. Why not? А, да, зачем я это делаю? Хотя нет, нормально. У нас есть БТ. Окей. Это было быстро. Я-то хотел рерольчик себе заработать. Ну ладно. Зомби, самурай. Так. Judgment. Tinted Rock. Я хотел сказать, Small Rock, но нет. К сожалению, нет. Окей. Я рад, что я полет взял. Реально рад. Оно того стоило. Магазин, скорее всего, грид будет. О, окей, нет так нет.
Рероль здесь я не стану. Хотя я могу получить что-то вроде Zero's Options, но... Fuck it. Это... Я каждый раз забываю. Это вроде бы Скорпион. А, Capricorn. All stats up. Мне надо запомнить уже эту хрень, серьезно. Давно пора. Компас, да. Я мог, конечно, взять One Plus One. А, да, точно. Но хрен с ним. Компас нам просто полезнее в этом забеге. Ключей у нас хватает. Бомб. Ну, нормально. Я и забыл о Judgment. So long, fucker. Окей. Какие у нас статы вообще? Эх, идеально. Я реально, я просто не помню знаков зодиака. Не знаю, как они выглядят. О, Petrified Poop. Это очень большое... как называется? Очень сильно увеличивается шанс, что будет дроп из какашки. Окей, уже стоило того. И пауки. И куча всяких предметов. I'm okay with this. А, да, теперь можно поиграть Judgment. У нас есть рерол, если что. Но рерол лучше, конечно, для сделки с дьяволом, если мы ее получим. Даже я не против потратить. Хотя, вот это HP я, возможно, и не потрачу на Абадон. Серьезно, это будет слишком. Как по мне. Почему у меня только что 7 центов, 7 бомб и 7 ключей? What the fuck? Разве так было только что? Я что, подобрал это так удачно? В чем дело? Может, я наркоман? Тоже хорошая вероятность. 100%. Так. Окей, у нас будет 2 рерола даже. Хочу ли я играть Judgment? Ну, теперь, когда у меня 20 центов, конечно. А! Хотя, в общем-то, можно. У нас бесконечные ключи, видите, из них могут предметы выпадать. Да, мне надо выучить эти знаки зодиака. Чёрт, побрал. Давно пора. Это мне не надо, спасибо, забери себе. Judgment. Так и было, окей. И... А, война от секретной комнаты. Два халявных ключа. Мог взорвать труп, но мне лень. Не то, что мне лень, это особо того не стоит. Ну что, я получу два ключа, у нас их и так 9. Так. Рак это легко запомнишь. Я не помню, как рак выглядит, если честно. Так. О, нет, синяя мамка. Знаете, я использую. Мне просто не нравится синяя мамка. Амблю, дабуди, дабудай. Дабуди, дабудай, дабуди, дабудай. В чем эта песня вообще? Я понимаю, амблю, я голубой. Я не думаю, что он поет о своей сексуальной ориентации. Но вообще, амблю, дабуди, дабудай. Что значит дабуди, дабудай? Окей, даркрум. Я чуть не взял полароид. Вот это было бы нехорошо. 69 на боку. А, окей. Да, это будет просто. Гаппи Сколор. Окей. Мог бы, кстати, реролить. Литл Бримстон, это, конечно, хорошо и все такое, но нет. Второй Гаппи предмет. И это мы уже выяснили. Три черных сердечка и Damage Up на втором этаже. Видите, у нас сейчас 3 штучки. А, там Tinted Rock. Ладно, хрен с ним. И... Ладно, ничего не изменилось. Но по идее это Damage Up. Наверное, просто не хватило Damage Up. Говорят, что он примерно... Не примерно, говорят, что он как пентаграмма. Дамаг увеличивает. А, там клипы голубые инопланетяне, окей. Ну, теперь-то все ясно, конечно же. Damage Up. Но все еще не 4. А, не знаю, какого хрена. В любом случае, дамага нам хватает. Опять же. What the f... Shit, nigga. It's
so good to be a gangster. Простите, это не тот путь. I lost my way. What the fuck? И значит вниз, направо. Так. Я серьезно удивлен. Так, кстати, мы почти Гэппи. Один предмет остался. Поэтому я пойду в Керсрум. О, what the fuck. Не знаю, чего я ожидал от них. О, HP up. Так, Tinted Rocky. Я не вижу. Ноп. Ноп. Но это хорошо. Пофиг возьму. Пакет. Фан Пилс. Пьюберти. Не проблема. И то, и другое, просто визуальные эффекты. Не страшно. 10 ключей. Бабс Ротен Брейн. Парасайт. Парасайт ничего не делает, к сожалению. Да. Это, честно говоря, даже обидно. Могли бы сделать. Типа, чтобы он раз и раздваивался в две стороны, когда ударял стенку. Но нет. Эдмонд, приз. Верни мои деньги. Так, Tinted Rocky. Эй, мало. Окей. Так, эти ребята. Терпеть не могу. Главное взорвать вот этого придурка. Фак. Я хочу получить еще один заряд. Желательно. Мало ли, сделка с дьяволом. Скорее всего, там будет Крэмпус, но опять же, у него мы можем реролить. Потому что Lamp of Coal, пока я не уверен насчет того, что он делает с Примстоном в реберсе. Хрен его знает. Но должен давать дамага. Плюс 2 или плюс 6, я не помню. Может, плюс 3. Может, плюс 4, я не помню. О, блоуд. Хорошо, что я взял полет, реально. Насколько же блоуд хуже пипа? Окей, изи. О, Хейла, окей. Вот это хороший забег, верно? Да, я же говорил, Крэмпус. Голова Крэмпуса. Давай, гапи предмет, гапи предмет. Ууу, шик. Я так хочу взять Абадон. Он заберет все наше красное HP и даст 6 синих... Ой, 6 черных сердечек. Плюс... плюс шанс испугать врага. И плюс дамаг, плюс скорость и что-то еще. Это такой хороший забег. Я не хочу все портить, честно говоря. Оу, щит. Оу, щит. Бери. Легко говорить. Я просто хочу гапи предмет. Не бери. Не беру, верно. Бери. Не надо. Не хочу. Страшно. Вот. Ну это тоже. Но мы гапи теперь, окей. We гапи now, bitch. О, Tinted Rock. Я мог, конечно, Йоло, но... Пожалуй, нет. Окей. Фактически это тоже все наше HP забирает, кроме одного сердечка. О, вау. Извиняюсь. We got penal. Ну, теперь мы точно пройдем, наконец-то, за Лазаря. Пришло время. Ключ. Давай, мне ключи уже не нужны. Дай мне что-нибудь хорошее. Они мне ни разу предметов не давали. Сволочь. О, плиз! Ай, fucking kidding me. Норм. Гапи с Бримстоуном ничего особо не дает. Что? Ты о чем? С чего это вдруг он ничего особо не дает? По идее, Лазар как бы все равно мух выпускает. Так было в оригинале. Гапи с Бримстоном был окей. О чем ты? Так. Monster Manual? Серьезно? Каким образом?
А, подожди, то бишь ты собрал третий уровень, да, а потом взял Monster Manual и ждал, пока тебе попадется этот, да? Cube of Meat, либо Ball of Ventures, верно? Я понял. Или как? Чему после одного выстрела? Ну вот. Да, это просто damage up. Большой damage up. Вот, пожалуйста, хрена мух. О чем ты вообще? Да, с этим, как называется, с Бримстоуном просто огромный дамаг. Смотрите на этих охренительных мух. И не зависит от рейнджа. Ты просто стреляешь как хочешь. Вау, интересно он теперь выглядит. Так, я собрал перманьяка, затем ипекэкпа, затем... А, ну понятно. Окей, интересно. Я, честно говоря, ожидал этого. Так, сейчас. Будем реролить. Все-таки насколько же D6 это круто. Окей. Рамуна задержал, пока не собралось 4 кубика. Окей. Повезло. Надо будет тоже, блин, в следующий раз так. Но это опять же нужен набор определенных предметов все-таки. Ну вот теперь мы наконец-то пройдем за Лазаря. Можно будет двигаться к следующему персонажу. В какой-то веке. А у меня сразу рерол, почему избегать? Ball of Tar. Замедляет враг. Нет, честно говоря, не особо. Нет, так-то это хороший предмет, но я хочу чего получше, раз уж у меня есть возможность. Верно? Вау, он меня задел. Так. Не надо тупить. У тебя все-таки мало HP. Не тупи. Мухи за тебя все делают не... Ладно, они почти все за меня делают, но все же. Тебе еще уворачиваться надо. Curse Room. Why not? Окей, не залажать этот забег. Хорн. Оставил бы я Bloodbank, я бы мог поиграть их. Ну ладно. А, у меня нет бомбы. Окей. Для секретной комнаты. Просто добраться по-быстрому до Лэмбо и зарейпить его. Ноп. Так что мухи у нас просто демонические. Только не они. О, боже, я наступил. Окей. Спокойно. Не вздумай это все испортить. Не вздумай испортить Бримстоун, D6, Гапи и так далее. Не мог бы же одно красное HP. Чего? Я просто говорю о том, что я мог взять Unicorn Horn и... Пофиг, беру Пипер. Мне уже реально плевать. Зачем я пошел в Curse Room? Нам гапи предметы-то больше не нужны. Окей. Пилюли. Health up! Вау, повезло. Пьюберти. Вау. Тут скорость. Мухи все сами сделают. Я проиграю на Bloodbank, ну. В чем проблема? Я же говорю, я мог взять Unicorn Horn и играть на Bloodbank. Изи. Dark Room. И у нас есть компас, что очень-очень хорошо. А! А! What the fuck? Руки. Шел. Посмотрим. Куда-то вниз и направо. А, я не против хелсапов сейчас буду, если честно. Окей. Мне кажется, здесь. А, фак. Ненавижу.
Так. Надеюсь, это тот путь. Такой лучше этих мух. Шикарно. Окей. Надеюсь, это нужный путь. HP up. Yep. Затем сердечком. А, вернуть за ним сразу. Неужели я наконец пройду, блин, лазарем? Я не знаю, почему меня так долго это занимает. Но это, опять же, спасибо D6. А не иначе хрен там. А, щет. Окей, надеюсь, это правильный путь. Карту юзай. А, я использую на этом. На лэмбе. Так что сейчас она того не стоит. В смысле, стоит, но на лэмбе будет лучше. Так что в этом... В Даркруме комната намного тяжелее. Хотел спросить, что меня там только что замедлило. Смерть, очевидно. Молодец. Хорошо все сделал. Сейтон! Упс. А, он мертв. Это было быстро. Так, теперь мухи, пожалуйста, не убивайте других черных мух, приз. В смысле, можете убивать, но дайте мне сначала отойти подальше. Окей. Наконец-то, блин. А. Так, посмотрим, что в сундуках. Мне интересно. Пилюля. Health up. Нет. Боюсь использовать. Speed down. Нет, спасибо. А. Ну окей, теперь мы точно победили. Санки. Пилюли. Бомба. Ну. Это уже лишняя игра. Но спасибо. Наверное, я просто постою. Хотя, в общем-то, нет смысла. Оп, сейчас. Пипера один все не сделает. Пофиг. Окей. Вау, вау, вот это был телепорт. Пофиг. Окей, наконец-то. Pandora's Box. Столько времени прошло. Люди, которые на Ютубе, они не знают, что у меня тут... Ну, они не видели этих эпизодов, где я лажал, но... Теперь прогресс, пожалуйста. Лазарь, за 100%. Щет! А! Да, всем тем, кто смотрел на Ютубе... До следующего эпизода. Всем тем, кто смотрит на Твиче. Сейчас я перезапускаю стрим. Бла-бла-бла. Сейчас вернусь.